его душа. Жить,
Николай, как он ему в-то? Ой, двое! Бабушка, прикажи лучше. Иди к соседям в гости. Пожалуйста, прикажи, чтобы топили, дали лишнюю осьмушку овса в колючке. А что, я выручу себя?
если бы один из них заплатил в долг. Ни одна каналия не платит. Стал как собака. Плохо мышлял, ночевал. Ночевал черт знает где. В жидовской корчме. А когда водочную бочонку приезжаю сюда, вот за 70 верст в дом. Я себя чаю. Настроение. Вот как мне не сердиться? А? Как? Лука. Бала! Любишь, чтобы разговаривать? Я вам еще раз повторите, послезавтра возвращается только приказчик. Тогда вы получите ваши деньги. Поймите, я приеду не приказчику, а к вам. Рулета! И с оружием меня сдутся ваш приказчик! Минцев, государь, я не привыкла к таким выражениям. И к такому тону. Я вас больше не слушаю. Подавай, мальчик. Подавай, я буду обедать. Скажите, пожалуйста, у меня настроение нет. Муж 8 месяцев тому назад помер. 7. Баба! Нужно разговаривать. На самом деле, мама. Мне что делать? Вот что же ты делаешь? И ушла, а? Сударыня! Сударыня, может мне улететь от своих кредиторов на воздушном шаре? Но! Разбежаться и трахнуться башкой от стен. Да, сударыня? Приезжай. Груздева дома нет. Ярошевич спрятался. С Куницком поругался на след так, что его в окно не выкинул. У Мазутова халерина, у этого... О! Настроение. Ни одна каналия не платит. Это я виноват. Я их избаловал. Я нюня, я тряпка, я баба. Погодите, погодите. Вы узнаете меня, я не позволю так с тобой шутить! Черт вас всех возьми! Прощай, брат! Год! Он будет сидеть год! Не тронешь травму меня!
У нее ямочки на щеках, да знаем мы! Знаем мы эти ваши ямочки! Ай! Настроение. Я только что ты. Настроение. Семя! Распрягай чего! Чего? А мы скоро уедем отсюда. Чего? Семя! Я говорю, я здесь остаюсь, Семя! А чего? Иди на конюшню, чего только! Скажи, нам все дали лошади. Чего? У тебя опять левая престижная запуталась, вашу себе. А я тебе сейчас задам. Ничего, я же тебе обещал. Я тебе сейчас твою чего. Так, я нарисую еще, я их печатаю.
Je vous ai, madame. Je suis perdu. Пердю, не пердю! Это не умно и грубо! Я не умею держать себя в женском обществе! Я не умею держать себя в женском обществе! Боже, я так хочу есть! Позвольте мне пообедать! Я умею держать себя в женском обществе! Приятного аппетита! Я благодарю! Вам налить? Ни в коем случае! Вам положить? Не надо! Вам станцевать? Упаси нас! Я не умею держать себя в женском обществе! Сударыня, я на своем веку видел женщин больше, чем вы, Воробьев. Готовы. 12 женщин бросил я. Боже мой. 9 бросили меня. Молодцы, девочки. 3 раза я стрелялся в дуэли за женщин. Вдумайтесь, 3 раза. Нет, было время, когда страдал. Да, когда я медаль получил. Когда я таял, я бледнел, холодел, рассыпался бисером. Я вас люблю, я пишу. Против труд и стыд напрасны, но в глупости прекрасны. О, признаюсь, о, мадам, Тьфу! Извините, я был другим. Я был бешеный, страстный, на разные манеры. Я трещал, как сорока! Могу консипаться, прожил. Прожил на нежном чувстве половину состояния. Летом в бане, зимой цыгане. Тройка мчится, тройка скачет, колокольчик, о! Динь-динь-динь, все, все, шло вон отсюда! Не поведешь тебе, хватит, довольно. Знает луна, шепот, под синий струй, рот, кальканец. Ради бога, меня извините. Что? Отвернитесь, умоляю. Так, сейчас повернитесь. Ну? И скажите вот так. Рот закрыла! Пожалуйста! Рот закрыла! Большое спасибо. Продолжайте. А что пришла? Луна, шепот, я знаю, это все робкое дыхание, о! Под синим струй, очень черные, очень страстные. Очень звучит. Oh!
а он покупал у меня овес. Да, этот мужчина самым невероятным образом обманывал меня на каждом шагу. О, а вот и сестры овес. Да, это сестры овес. Идите, идите. Сестрички. После его смерти я вот здесь нашла полный ящик любовных писем. А при жизни, ужасно вспомнить. Понедельник уходите, вторник уходите, среда уходите, четверг уходите, пятницу уходите, субботу уходите, в воскресенье возвращайтесь. То есть он по целым неделям? Оставил меня одну. Да что ж такое? Вот мужик молодец. Yeah.
старым быть, как это вам сказать, со мной поймешь. Грубый бурбон, медведь, монстр. Как? Грубый бурбон. Что вы сказали сейчас? Вы что-то сейчас сказали. Вы мне что-то сказали. Ой, одну минуточку, сейчас я повторю. Я сказала, что вы крупный бурбон, что вы медведь, и вы монстр. Спасибо. Пожалуйста. Какое право вы имеете так оскорбление? Ответьте. Сейчас, одну минуточку. Право, пожалуйста. Имею, знаете ли, право. Заимели. Заимел. Вы мечтаете, вы женщина в домине. Можно оскорблять без наказа. Да и ладно, вы думаете, вы мужчина. У вас огромные кулаки и бычье горло. У вас тут все испугались. Мы не такое видели. К барьеру. Простите, еще раз. Стреляться. Женщина! К барьеру!
несколько сортов пистолетов. Это очень интересно. Это интересно. Есть пистолеты Мартинера. Прекрасно. Капсулы. Прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. А это у вас пистолеты системы Смит и Вессон. Два человека. Пожалуйста. С экстрактом. Экстрактом очень важно для меня. Да-да-да. Центрального боя. Прекрасно. Прекрасные пистолеты. Все-таки минимум 90 рублей за пару. За пару? Вы что, обалдели, что ли? Такие дорогие пистолеты. Ехать пистолет сюда, мне нужно... Вот так? Да не так! А как? Вот так. Вот так? Да не так! А как? Господи помилуй! Вот. Вот так! Вот так! Глаза. Восхитительная женщина. А вы все время что-то говорите. Я беру руку вытянуть, как сказать. Пожалуйста. Вот так и стойте. Пожалуйста. Хорошо стоите, грудь выше. Пожалуйста. Еще выше. Пожалуйста. Еще выше. Ну что ты мне 8 сдала? Рука! Или нагнитесь. Плохо со слухом у вас. Я говорю, нагнитесь. Ну, ниже! 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 Вот так и стойте. Откуда я стрелять не могу? Глаза закрылись! Руку не оставим, молчи! Один глаз закрыт, другой прищурит. Хороший прищур. Язык достал. Вообще ничего не понятно.
представь, какое счастье умереть от этих чёрных глаз. Не дотрагивайся. У меня нет револьвера, который держит эта маленькая. Это бархатная ручка дома. Ты дома, не решайте, я сейчас уеду отсюда. Я ускочу! И мы никогда, смотрите, мы никогда больше с вами не увидимся. Да я дворянин, я порядочный человек, я имею 10 тысяч годового дохода, попадаю пулей в пропорциональную копейку, имею 1000 больше дней. Хотите быть моей женой? А что? Ну, женой хотите быть? Ну, да или нет? Ну, да! Понимаете ли, понимаете, Семен? Барьеру Семен запрягай! Влюбился. Опять. Какая у нас галерея! Мальчишка, как дурака! Послушай, это новое политическое создание. Хозяя, эфир, мир восторгов, полубогиня в душу. В душу заглянешь обыкновенный. Крокодил? Руки предлагаю. Да или нет? Что? Так или нет? Не хотите? Да не нужно. Подождите. Что? Подождите. Что вы сказали? Ну. Ой, идите, пожалуйста. Идите. Вы предложили мне стать вашей женой? Да. Ну? Ну? Я в трауре. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка, знаете ли, пойдите-ка в мой дом, давайте-ка. Прощайте. 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 Какая провокация. Прощайте. Женщина в трауре, вы с такими предложениями. Как мне стыдно. Подождите, я с кем разговариваю? Куда вы держите? Я здесь, сударыня! Я не ушел еще, вы где? Где вы? Да вы где? Куда же вам лететься? Не уходите! Не уходи! Не уходи! Папа все равно мне здесь только надо. Но все равно! Я поцелую, я не покрою. Пустые очи и чего? Распотешить свою молодость, чем не есть большие галя. Наташенька!
сил отнести разлуку. Ага, нет, усил. Надо жить, надо лопать. Я не хочу. Не хочу, говорит, не хочу, говорит, не хочу. Я не хочу. От души. Так, нет, сел. Снились я разу. Ох, нет, сел. Иван Васильевич. Иван Васильевич! Деньги привез. Иван Васильевич! Иван Васильевич! Деньги вздор, бульбанью счастье, поцелуй, хоть ты меня. Прихожу к тебе, не насилие, да, приют я, Надо же, когда... Я не хочу! Не хочу, это не хочу, это не чего, это не... Хочу, а я... Я приехал в руки вашей дочери Натальи Степановны.
Васильевич, повторите еще раз, не расслышал. Тихо. Я беру в розыске вашей дочери, Наталья Степановна. Голубушка моя. Голубушка моя. Смотри, я могу не просить. Голубушка моя. Что? Весьма. Что? Это было моим всегда желанием. Правда? Я всегда его любил, ангел мой, от новости. Дай Бог вам обоим совет и любовь прелесть. Желал. А? Папа! Страшно! Как холодно! Как страшно!
с первого взгляда. И пускай не на небе, что брак совершится, но надо решиться. Пожалуйста. Ой, плохо! Еще разок! Один раз, ну, хватит!
Хочу вас с ногой! Обобрить, конечно! Подождите, вот тогда забудут.
спросить. Да. Вы вот сейчас и тогда пели. Да. Воловьи лужки, вот мои вы поете. Да. Они наши, они ваши. А я говорю наш. А я говорю наш. Они давно вас не поставили. Я пою про тенушки, которые ходят клином между вашим Близняком и Горелым Болотом. Абсолютно правильно. Так ваш Близняк за Горелым Болотом. И наши воловьи лужки. Наши, мои. Откуда они ваши не поставили? Я не понимаю, что они ваши не поставили. Я не понимаю. Когда-то лужки были спорны. Правильно. И ты любая собака знает, что они мои. И вот. Бабушка, мои деточки. Подавайте лужки и бесстрашные лица, пользователи крестьянной дедушки вашего мальчика. Они же гибнули кирпичики, крестьяне пользователи лет 40, привыкли стать своими вышло положение. Вообще все не так, как рассказываете! Ну посмотрите, я вам покажу наглядно. Вы увидели, что вы ошибаетесь. Да. Внимание! Да. Вот так идет Горелое болото. Прекрасно. Правильно, я говорю? Да. Правильно. Вот так клином входит до резня. Прекрасно. Правильно, я говорю? Правильно. Не надо сзади ко мне пристраиваться. Все это получается, что воловьи лужки наши, а не ваши. Да. Потому что вот этот кусок наш. Да, вы ошибаетесь, Владимир. Нет. Они мои, у меня эти есть, как бумаги. Я вам покажу, у меня бумаги есть, что они мои. Бумаги! Как написано, Владимир, что они мои. Вот. А то, что у нас решали. Знаете, у меня было впечатление, когда вот это вот мы смеялись, вот это куриное, ваше, вот это вот, ну, слышал. Мне казалось, вы шутите. Ну, когда вы пели? Мне казалось, шутите. Сейчас, понимаете, издевается. Значит, я заявляю официально, Володя, уж не наши. Мы 300 лет планируем с землей, там все какие-то 5 не сидим. 115, а не знаю, сколько там. 150-170 рублей, правильно? 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 Хорошо, 190. Вы поймите, мне этих кусков не жалко. Я бы с удовольствием отдала, но меня возмущает несправедливо. Вы как хотите несправедливости, я терпеть не могу. Отошел от меня. Нахуй, жаль. У вас там какая-то жизнь, Иван Васильевич. Бабушки, дедушки, дедушки! Ничего я тут не понимаю, понимаете, не собираюсь! У меня бумаги есть! Какие бумаги? У меня в бумагах написано, что бабушки мои! Ну, надо смотреть! Ну, надо смотреть! Ну, честно слово! Ну, что вы обижаете? Куры ваши! Куры ваши! Лук ваш! Лук ваш! И земля наша! Все, я вам расскажу! Я говорю, мои ушки по бумагам, мои ушки, понимаете? Я говорю, мои ушки, знаете что, вы можете напялить 15 фраков на себя, петь, плясать, я все что угодно. Значит, вот так вот, это мне все равно. Но здесь попрошу держать себя в границах, а все эти выкрутаться дома. Воловьи лужки наши. Мне вообще лужков не надо. Чего вы тогда берете? Чего вы взяли? Чего вы их хватаете? Чего вы взяли? Спринцип надо, Степан. Мне на газетях не только принцип. Вот. Вот. Какие надо? Куда они? Только что мне подарили мою же землю, правильно я понимаю? Значит, дорогой Иван Васильевич, до сих пор в этом доме вас считали хорошим соседом и другом, понимаете? До всех! До всех! А вы приходите и поступайте с этим! Кто эти люди? Как вы звали? Кто они? Вы приходите и поступайте с нами, как с этими? Не знаю. Как вы звали? Грачи? Нагряне. Горожане? Да нет. Кузнецы! Ну, ноги, говорю, кузнецы! Цыгане, господи! Цыгане! Отдали Степана на... На могилы, что? Цыгане вот так вот! О, это дяденьки, а дяденьки вот так! Мы в прошлом году отдавали свою молодежь, давали! И через этот хлеб стали в феврале это молодежь! В ноябре! Какая разница! Нормальные люди так поступать не будут! Наталья Степановна, вы что, хотите сказать, что я узурпатор? Вы такое хорошее слово, я тоже не знал, а как? Вы хотите мне заявить, что я узурпатор? Именно это патор вы и есть! Я оскорбляю только меня! Меня! Никому не по
мои. А я говорю, наши. А я говорю, мои. А я докажу, что наши. Как? А так, а я сегодня же посылаю. Да, что вы, бумаги? Да. Подотритесь. Я сегодня же посылаю туда своих косарей. Что? Ничего. Ничего. А я... Чаю! Не посмей. Что вы мерите? Что вы мерите? Что вы мерите? Да что вы, правда, мерите? Это же вы помните, я отрабатываю куски. Вы слов не разумеете. Вы права не имеете. На ваши трубу куски, елушки. А да что вы прав мерите? Вы права не имеете. Это же вы отрабатываю куски. Вы слов не разумеете. Вы права не имеете. На ваши трубу куски, елушки. Thank you.
он мне говорит тайно, что он перед выборами... Я говорит! Я беленький, вот ваша мягкая штучка, вот ланистка осенька. Простите, что, обнимая колясь? А вон там вас колясь, колясь. А за левые дуличные и каверзные человек, да, раннего сына. Простите, да? Нога волочится. Какая вот эта? Еще подай на им мои горы, больше не было. Где ваша? А папа показывался. Иди сюда. Смог. Всякая. Отбойни потихоньку. Спокойно, Миша. Смолч. Это не геморрой. А у меня вот такой хороший настроение. И не попадь. Это, с позволения сказать, куриная слепота осмелится еще предложение, а? Предложение. Баранина такая. Предложение? Не надо туда приезжать! Со всяких предложений! А что он приезжал? Что за предложение? Угар, приезжал, чтоб тебе предложение сделать. Мне! Да как во фракту дому нарядил с марчок с нацистками! Я сказал, жену его. Нет, Алексей. Вот поэтому такой нарядный. Ты что, Денис? Как значит, он купец, а я товар. Я к нему как дура с курами. А кто же мне ничего не объяснил-то по-человеку? Мне сказали, что это очень важно. Да.
Дорогой Иван Васильевич, наш нежный друг, наш дорогой сосед, я очень внимательно вас слушаю. Значит, послушайте, наш откатай будет обсувать ворота. Да.
Он сын запрягает с Камерски. Я знал. А у вашего муруга бедного до порога не доберешься. А то старый уродец, как клячь. Да-да-да, Степан, да. Он стар, да, он стар, он супер стар. Муруга, ты собака, а ваш это поезд вышло. Вот я говорю, у выжлятника пруд-пруди, вот четвертая красная цена. Да я тебя пропью! Я не знаю! Сидит сегодня в этом месте противоречия. Второй белушки ваши, только дай хуже угадать. Человек не то, что думает, понимаете? Он не прав, он не прав! Да 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 не прав! Я замолчу, Иван Васильевич, если вы сейчас с улыбкой мне скажете, что откатаем вас раз лучше, вашего дурацкого угадай, ну победим! Хорошо! Во сто раз хуже! Да! Угадай в этом случае! Нет надобности издыхать, чтобы не старого вдохнуть! А ты не вдохнула, собака! Пришли к плену, скажи плену, что клони головенку! Продай мне вот этого дохлого щенка! Я сделаю за искусственное дыхание! За 25 рублей! Я убью тебя! Да что такое опять? Больной, человек! Дура! Молодец, Иван Семенович, давай. Он чистопсовый. Да. Чистый пяс. На твердых ногах. Твердые ноги. Крутобедры. Бедра. Ну, этой собаки есть один. Да. Нет, два. Существенных недостатков. Какие? Старая. Какая старая собака? Ну, когда же как? И с этим, с коротким щипцом вот таким. Ну. Вот это зря он сейчас сделал. Компания окружает! Да я тебя! Мальчишка, молокосос, крабышка! Смирно! Иди сюда! Стойте, стойте! Иди сюда! Возьмем факты! Возьмем факты! Но Маруськин и Зеленя, мой угадай, шел с городским размахаем у кабуха! А ваш? А ваш? А какой? Отстал на целый листу! Отстал? Да. Отстал, потому что Графский приезжачий ударил его арахника. За дело ударил Степан Степанович, за дело. Все собаки за лисицей бегут, а ваш откатай. Пора трепать. Нет, правда. Правда? Ненавистники все. И вы, сударь, не без греха. Что? Вы что увидите, что чья-то собака лучше вашего угада сразу начинаете того самого. Этого и тому подобное. Ой, какой ты молодец, такой красноречивый. Я помню. Я помню. Ой-ой-ой-ой-ой, и я помню. Я помню. И я помню. Я помню. И я помню. А что вы помните? Все. Сердцебиение. Сердцебиение у него. Не могу. Не могу. Это ж руку! Не давай ему ничего! Дай! Вы живы охотник, да? Руку! Вам лежит на печи! Да. Лежит? Да, и ты рогатом горит, да. А не лихает! Да. Да. Спасибо! Идите поближе, да. Я посмотрю! Вот так! Вам не сидеть, а со старухами на лавочке! Вы вовсе вот именно не охотник! А вы что, разве охотник? Да. Вы? Да, представьте себе! Вы идите на охоту, чтобы графом обмазать! Что? Интриговать! Вы интриган, Степан Степанович! Молчать! Мальчишка! Молокосос! Старая крыса! Сопля! Нет! Замолчи! Сопля! Иначе я не пострелю из этого поганого ружья, как чайку! Как куропат! Да ладно, пострелю! Я вам знаю, что ваша покойная жена била вас по субботам! Thank you.
отдохнем. Мы еще увидим небо в алмазах. Сердце, голова, нога отнялась, господи. Доктор, зовите, доктор. Не пожалуйста. Я не хочу умирать на 30 лет. Не будь, пожалуйста. Доктор, пожалуйста. Я жизнь люблю, не могу. Я жить хочу, господи, я умираю. Доктора! Это ты!